Всем привет, с вами Прия. Сегодня мы вновь вскрываем недельные сундуки. Почему так поздно, спросите вы, почему именно в пятницу, а не в среду? Сейчас я вскрываю эти недельные сундуки при получении следующего знания на моем основном персонаже, то есть воине. Сегодня я получил на нем знание 28 число, следующее вскрытие уже будет 3 числа. Потом следующее, скорее всего, 8-го, потом там 13-го, 12-го. Короче, как-то так это все дело идет. Давайте уже начнем скрывать. Страж, поехали. Нам падает колечко. Весьма, кстати, хорошее, неплохое. Подумаю о том, то, что одевать его или нет. Ну, по крайней мере, по эквипу оно больше моих. И то хорошо. Так, сделаем КДшечку. Дренорскую. И заходим на паладина. Посмотрим, что нам упадет на него. Вообще, я надеюсь на 925-ю челюсть ледопасти. На воина. На паладина бы она вообще не сдалась, если честно. Ну, ни к чему, на самом деле. Ну, серьезно. Я же за паладина не так много играю. И даже не хочу на нем играть особо. Только зачем он мне? Это уже другой вопрос. А нам падают плечики. Хорошие. Наверное. Так, юзаем баджики. Надо будет потом артефакт еще прокачать. Чуть-чуть. Так, квестики все отправлены. Ну и теперь осталось самое лучшее. Теперь надо зайти на воина и полутать эпический лут. Просто превосходный сам. Напомню, что на прошлой неделе я проходил 20-й квартал. Видосик скоро по нему будет. Ну, кому интересно, обязательно гляньте, как мы проходили. Прошли с первого раза на время, на один сундук. О, так, давай. Добыча, защита. Поехали. Сколько нам с 20-го ключа сейчас дадут? Ну, это понятно, это шея на продажу уйдет. А с 20-го ключа 24,5 миллиона и плюс 9800. Относительно неплохо. Но лут вообще никчемный абсолютно, и эта шея уйдет далеко-далеко. Ну, как бы, да, скорости большое количество, но вот этот показатель критического урона, удара, он вообще ни к чему. Уж намного лучше колье из обожженных костей. Скорость, универсальность. Получше будет. Все-таки крит идет самый последний в приоритете стат на протвоину. Ну так вот. Ну и сейчас еще АПшку с квестов соратников полутаю. Да, то есть в планах у меня 51-й получить уже в сегодняшний день. То есть, что такое три полосочки? Это сколько? 60 миллионов уже, верно? Да, 60 миллионов всего лишь. Сила артефакта мне надо. Или я слепой слишком уже стал. Вот. Да, конечно, если X2 напрокают вот эти вот все квестики, то разумеется. Ну и к тому же я еще 1000 припасов сдам. А это реально будет классно в итоге. Так что вот так вот. 52-й, надеюсь, апнуть как вариант. Скорее всего, к среде. И буду уже получать прок на 2000 универсальности на 10 секунд. Как пишет Вовхед, не знаю, верить, не верить ему, то, что будет полтора срабатывания в минуту. Вот так вот. Ой, что же, монолог мой закончен, сундуки мы повскрывали. Ну, на друля хороший лут, на паладина небольшое улучшение, а навара полнейшее дерьмо, которое годится только на продажу. Вот так. Всех вам благ, счастья, здоровья. Если вы еще не вскрывали недельный сундук, обязательно вскрывайте его при получении знаний. И всего вам самого, как говорится, хорошего. До встречи.